Всем привет! Я сегодня решила сделать тренировку, основанную на одних планках. Очень эффективная тренировка, очень энергозатратная, очень жиросжигающая. Особенно, что вот касается проблемных зон на талии, на животе, да, и вообще на укрепление всего корпуса, всех групп мышц в основном. Итак, тренировка состоит из 6 упражнений. 6. Я сделала 4 круга с интервалами 25 секунд на работу, 10 секунд на отдых. Было на самом деле очень тяжело вот именно выдержать этот ритм, да, этот темп. И тяжело еще и потому, что упражнение, в принципе, очень много требует энергии, отдачи, хотя сил движений мало, таких вот сильно затратных. Итак, первое упражнение, рептилии называется. Делается она из базовой планки, делается упражнение, оно, из базовой планки. Руки прямые, прямой корпус, прямые ноги, да, позвоночник плавно переходит в шею в одну линию. Ничего никуда не прогибаем. Не задираем, таз подкручиваем вниз. Из этого положения коленом тянемся к локтю, ногой одной, ногой второй, да? И еще делаем это таким образом, стараясь развернуть ногу параллельно к полу. Не прямую, а, соответственно, чтобы внутренняя поверхность была параллельна полу. Таким образом. Вот, это первое упражнение. Я вообще всю тренировку делала босиком. Мне так удобнее, потому что нет прыжков, нет упражнений на ногах, да, соответственно, я не боялась повредить себе ступню. А второе упражнение из положения планки на локтях. Это упражнение как на пресс, да, так и на ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра. Значит, становимся в планку на локтях. Все то же самое, все та же самая планка, только мы стоим на локтях, и предплечье у нас перпендикулярно полу. Из этого положения мы поднимаем поочередно каждую ногу вверх, вот таким образом. При этом корпус никуда не уходит. Корпус не двигается, двигаются только ноги. И если вы делаете все правильно, вы сразу начинаете чувствовать жжение, чувствовать мышцы ягодичные, да, и вообще ноги, вообще все мышцы ног. Вот таким образом. Вот, это второе упражнение. Третье упражнение – боковая планка на укрепление боковых стенок пресса. Вот в таком положении. Нога, которая снизу, у меня получается сзади, да, а та, которая сверху, нахлёстывается, да, крест-накрест, идет впереди. Линия, все, весь корпус – одна прямая линия, точно так же, как и в планке обычной на руках, на двух, на одной руке то же самое, да? Все, одна прямая линия. Держим себя силой корпуса, силой пресса. И из этого положения мы, вторая рука, здесь рука прямая, да? Вторая рука за голову. Делаем наклоны вниз, вверх себя выталкиваем, вниз, вверх, соответственно, вверх более сложная, как бы, часть упражнения, да, на эту часть приходится выдох. И мы дыханием себе помогаем. Вот таким образом. Это третье упражнение. Четвертое упражнение – это планка, опять же, базовая планка. Запыхалась. На прямых руках, при этом мы колено левой ноги тянем как бы внутрь, да, сгибаем колено, нога идет внутрь,
И мы таким образом, сейчас чуть развернусь, таким из этого положения стараемся, не сгибая рук, совершенно не сгибая их в локтях, не прижимая грудь к полу, прижимаем только таз к полу. Грубо говоря, стараемся положить внешнюю поверхность бедра, боковую, да, на пол, но при этом пола мы не касаемся. Выглядит это так. Тоже сложное довольно упражнение. Ускоряемся на нем, делаем максимальное количество раз, сколько можем. Выкладываемся по полной, да? Следующее упражнение, пятое. Такая же боковая планка, как мы делали в одну сторону, в другую сторону теперь, да? Все то же самое. Корпус прямая линия. Вниз, вверх. Сделали. Значит, это пятое упражнение. И шестое упражнение, заключительное. Планка. Опять же, планка на локтях. При этом таз подкручиваем вниз, да, держим корпус ровно и пружиним попой вверх. То есть не самой даже попой, а всем корпусом. На мысочках стоим, да, и всем корпусом маленькой амплитудой пружиним вверх. При этом очень сильно работает пресс, да, поскольку мы себя держим, держим баланс именно силой своего пресса, да. Отличное упражнение, тоже стараемся как бы амплитуду наращивать, да, темп ускорять. Вот. Собственно, вся тренировка, я сделала 4 круга, запыхалась страшно, да, почувствовала, как работают все мои мышцы, даже руки, когда я ничего не делаю, просто стою, да, очень хорошо работают плечи, руки, отлично, ноги тоже, пресс тем более, планки это вообще очень полезное упражнение и очень-очень эффективное. Вот всем рекомендую. Итак, делайте тренировку, присоединяйтесь, оставляйте свои комментарии, да, что вы об этом, что вы по этому поводу думаете, каковы ваши результаты, каковы ваши ощущения. И до новых встреч. Пока!